Главный из них – федеральный проект содействия занятости. Наша задача – вовлечь в этот проект как можно больше образовательных учреждений в новых субъектах Российской Федерации и Луганской Народной Республики. Мы очень рады, что удалось приехать в Луганск. На мой взгляд, это мероприятие очень важно. Важно, в первую очередь, для интеграции вузов, новых территорий в ситуацию, в правовое пространство образовательное Российской Федерации –